представители Министерства труда и соцзащиты решили оставить 31 декабря 2020 года рабочим днем. Сторонники партии ЛДПР предлагали перенести должностные обязанности россиян по работе на один из предшествующих выходных. Однако в министерстве заявили, что подобным решением они нарушат 110-ю статью Трудового кодекса Российской Федерации. Она гласит, что продолжительность еженедельного отдыха без перерывов не должна быть меньше 42 часов. О том, станет ли предновогодний день официально нерабочим, читайте в наших новостях.